Прежде всего, это строительство нашей школы. Мы прозвучали сегодня, губернатор на нас надеется, и мы сумеем эту проблему решить. Второй важный момент – это здрав. Мы сейчас делаем капитальный ремонт, он в процессе. В апреле уже договорились отправиться по областям нашей большой страны с тем, чтобы войти в контакт с ведущими вузами нашей страны и привлекать врачей именно тем, что сказал губернатор – льготами и жильем. Программа ремонта подъездов. То, что мы делаем, то, что вызвало большой позитивный отклик наших жителей и то, что мы должны обязательно продолжать. Конечно, это дворы. Как правильно сказал Андрей Юрьевич, если твой двор благоустроен, это создает совсем другое настроение, это заставляет людей беречь то, что у них есть. Важная тема – это дороги. Наш МФЦ. Мы в настоящее время совместно с нашим блоком имущественным готовим предложение по расширению нашего МФЦ. Мы лидеры по числу отсутствия просрочек. То есть жители могут быть уверены, что придя за муниципальной услугой, он не будет ждать ее ни на день больше. Но теперь это главная наша задача – расширить наш МФЦ, чтобы окон стало больше и чтобы люди могли без очереди получить свою услугу. Индустриальный парк. Наша задача, наш индустриальный парк, который находится в частной собственности, развивать, взаимодействовать и с Министерством инвестиций, и оказывать всестороннюю поддержку с тем, чтобы резидентов становилось больше. И, как сказал губернатор, экономика – это основа, это налоги, это базис для всего остального. В этом году наши учителя также, я считаю, совершили прорыв, и в этом смысле мы понимаем, чего требует от нас губернатор. Он требует личного контроля моего в том, чтобы наши школы становились одними из лучших.